Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а в этом видео мы объясняем то, что нельзя рейдить каменные постройки начинающих игроков без обороны. А также в этом видео мы дефаем легендарный ОГМ. Ну что ж, всем приятного просмотра. Проект ArcSkills представляет Raid X5, абсолютно никаких вайпов, 8 официальных PvP-карт, сбалансированные моды для комфортной игры, PvE-плагин, одна PvE-карта, автодонат 24/7, отзывчивая и лояльная администрация. А по промокоду START вы получите 200 рублей на счет автодоната. Вся подробная информация в группе ВК. Не забудьте перейти и подписаться. В руках у меня. Ну, все данные, там загружено. Давай, летите сюда. Или вам не на чё? Я на ногах. Понятно. Мы рядом. Ну, у меня крылья есть, если чё. Понятно, вам залезть сюда надо, блин. Челик, вот понимаешь, мы тупо стоим, и он вылетает в бок базы. На Монаге. Он вас не спалил, походу, просто. Ебать, да вы скрытные пацаны, хули. О, во, во, во. Чё? Это Монага. Это Монага. Это наша. Это тревога? Нет? А, это наша. Не ори давай так. Итак, я тут сижу на волоске. Все. Давай. Вова. Трансмит, не теряем времени. Ставь, давай. Конечно, ставь время. Так. Не теряем времени. Вова. Разойдитесь уже. 4. Бегом разошлись от меня подальше. Чисто операции, а не гиляции. Ну давай, быстро. Шнель. Ля-ля-ля, грамма встала. Ля-ля-ля-ля-ля. Всё. Давай, раз. Давай. Готов. О, тихо, я не тупо. Толя. Так мне что, жопы развернуться, да? Толик, еболик, первый день. Понеслай. Вон, видишь, стоят турки. Бежим, чисто. Ну чё, понеслась. Пиу. Отлично. Всё так, как я. Тихо. О, шикардос. Всё так, как я и хотел. Отойди. Всё. Ай. Ой, у них это. Ой, отойди, Даня, отойди. А он не достанет, на галере. Интересно, сломал я. А может вы велика сольете, а? Толя! Ты, Толя, ты долбан! Куда лезешь? А где велик? А там где-то стоит. А у голема вообще тоже какой-то? Много. Да, он уже покрывает. 50 тысяч. Нет, нормально. А, точно, они рано очень. Толя, это все? Это конечно? Стоп, в смысле все? Толя, ты что там сделал? Погоди, а в смысле все? Не все. Так они есть там вообще онлайн? Так они должны быть, они же вылетали, помнишь? У них тут просто вся система тяжелая. Я запишу что-то. Что-то легко. А ты тут можно будет? Люда, ты там идеируешь? Да, тут сейф у них стоит. Как минимум. Так, что-то я тут уже крафтил. Монага чья? А, чья монага? Не наша. Да, мочи. Так-то там он выше надо мной стоит. Сейчас я поставить не могу. Парни, это не по-мужски. Чё не так? Спят усталые или нет? Да какого удаления вовка? Так и напишем, зарейдили гейку. Свет, слышь, он пишет свет. Свет. Это знаешь, он такой, наверное, да, как будто сидит такой, это. Резко его убиваем. Уголек такой, смотри, уголек сейчас это. О, тут вам подок. Вов, где там твоя монага? Давай сюда. Ой, тьфу, монагаром. Ни одному скучно их руками всё валить. Так, мы же живку оставим. Так, что это? О, яйца дырные. Так, ну фарм еще я оставлю. Что-то вообще турели такие себе. Живку не убивайте, пусть.
развивается, да. Ну ладно, так и быть, аргента оставлю. О, чертежный легендарный дробовик. Нормально. О, 528 элементов. О, осколки элемента еще. Че, ты все уже посмотрел, что ли? А мне-то дай посмотреть. Живку не убивайте. Да мы и не убиваем. Да и я разрежу до конца. А может люстру взорвете, а? А шо, она еще стреляет? Ну, че тогда стреляла? Еще какой-то гений. Взорвите люстру. Я выключил. Ну, а она работает. Так, парни, а там на третьем этаже что, только турели получается? Не знаю. Ну тут стоят чертежи. Ну походу да. Ради чертежей можно было залететь. Ну да. А я у них всех животных украл 3 года. Ну а там спальни же. 65 открытый этот самый. Да-да-да, кстати. Честно, хотите знать, какие тут виверны? 60-е и 50-е. Может, мы их брать не будем, они. Это, может, взорвете дота? Как мужики изнутри. Хоть что-то нормально сделайте. Вот, нормально, вот так вот и надо было. Теперь патроны лутайте. Как сразу и надо было, надо. Ну, давайте. Сейчас. Разбирайте. Я сейчас займусь тут этой фармом опыта. Ты не убивай ты им это животных всех. Животных не убивай, да. Хорош. Да мы их не трогали. Ой, какой красивый, смотри. Ля какой, глянь. Какая красивая. Давайте просто мы их вот заразили, давайте им даже скажем, что это за кибитку каменную, не трогать надо. Даже не хочется эту виву убивать, не, я их забираю всех, мне там криоподы. Такая красивая вива, ты шо убивать ее? Кто там на монаге скачет? Чувак. За кибитку каменную, кек, блин. Просто... А это чё? Тащите сюда, тащи трансмиссию. Я же говорил, видео какие-то, ну, чтобы это все туда перегрузить. Тут у них 180 ядовитая. Трансмит ты здесь не поставишь. 180 ядовитая, 150 огненная, а еще 100 не убивай. Оставьте. Мы их не будем. А мы их не будем убивать, что? Я детей не убиваю. Криопод... Уже даже не помнят за какую. Да в криоподах тоже отдайте им, нафиг нам надо. Да у нас нет, я жадный до копейки, простите. Да лян, выкинь. Отдай. Нет, отдал нет, быстро. Нет, быстро моё, отдал. Мое. Отдал. А что моё, ты не хочешь им отдавать, стоп? Вивер не хочу отдать. Да на шо они тебе надо? У нас да зачем они тебе? Возьми себе только красивых и остальных. Как я проверю, какие из них все? Я достал одного, он просто красав. А там у меня лежит еще штук 8. Скажите, какое местоположение он уже? Ну скажи, посередине перед этим. Скажите, что Шунтер снес, который... Вот у них тут, кстати, черный жемчуг 221 лежит. Сука, извинений недостаточно, плати жизнью. Напиши, что мы вот приняли извинения. Да не все. А трофов их карма настигла, нифига. Каких рофов? Рофы это агрессоры, это топ-трайб. Ау. Ау! Ну а, да. А, ну тогда мне не стыдно. Ну так окей, тогда пофиг. Тем более я. Еще только думаю ну, падать. Вот. Видишь, Даня, тогда тебе не стыдно. Вот еще у них, кстати, две турки тут стоит. Там какой ОГМ упал, ну-ка. А, хрен нужно. Ты знаешь, давай мы сейчас это все увезем и пойдем дефать ОГМ. Вообще нельзя таких начинающих игроков сносить, у которых турели нет, поэтому больше так не делай. Можешь у админа спросить? Ну так, вот именно, знаешь, мы вот наказываем именно за снос не начальных надо, игроков. Не надо мне тут затирать про 2 дня, я очень не люблю вранье. Вот от Ров ты наслушался, видать, плохо слушал. Вот теперь это точно наслушаешься. Теперь это точно наслушаешься. Так ты только что писал, что мы 2 дня играем. Чат, читай, пожалуйста. Я не люблю вранье. Коробочку вы снесли неделю-две назад, как минимум. За это, за 2 дня я не думаю, что у вас было бы такое количество виверн, там и все такое. Ну ты понял о чем. И не 2 дня тоже, так что не надо мне затирать. У вас, понимаешь, ПВЕ дается как минимум на 5 вроде. Ты на сейф и пин-коды стал.
Кстати, да, парень, у тебя сейф не за пин-коды, без пин-кода, это вообще не прикольно. На тебе в подарочек, забирай сразу. У них элемента 500 с хреном было, ребята, мы уже за элементом сюда. Ну чё ты стоишь, забирай. Отстраивайся заново, тут живи, ну просто, блин, мне даже как-то обидно. Мы не хотим ронять онлайн на этом сервере, поэтому давай развивайся, может нам отомстишь там как-нибудь. Мы добрые. Бля, ну рексы прикольные, мне такие нравятся. Ира, 246 рекс, ты, блин, ты, тебе не лень будет томить вот это? На 580 урона и на 25 тысяч здоровья. Сила, понеслась, короче. Короче, они тут будут забираться, я здесь стану, делаем квадрат. Схема квадрат, ясно всем, да? Вот надо, знаешь, вот так вот здесь вот встать, вот так. Делайте схему квадрата. Сейчас тут жопу убираем. Вова! Кто? Ой, 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 а, блин, это был. Урва, мать, чмо. О, все, сейчас жопу будет. 97,5 тысяч, Вова, спасибо, деньги. Вова, не надо вот это. Вова, уйди подальше, задом не сдавай. Как тут третий завалит, как то. Ну так ближе к ним станем, что, выходим? Да. Не, не выходим, тут стоим. Они сейчас сами сломают. Что, ты не так быстро, что ли? Да. А ты что думал? Это легендарный. Ах, они вроде даже не пустят. Да не-не-не-не-не-не, тут он очень быстро снижается, но у него еще 24 тысячи. Из 25 тысяч. Чё, а, у них всего лишь по 17 тысяч поставить. Слушай, таких в прошлый раз так не было много. А теперь есть. Что-то страшное. А, ну вот, смотрите, пришли. Кто-то пошел. Я в разносе, пацаны. Он с кого-то идет в атаку. О, пришел, ёбать, Толя, давай, отбивай. Толь, ты просто посмотри на их уровень. Да, 289, да, я же говорил, что я тогда подошел к этим челикам. Да мы это, вовы жопу. Вернитесь в исходную позицию. Сейчас. Нормально, Вова живет. Ты цел, орел. Там виверны на кого-то сагрились вообще. Блин, надо жить за ними идти будет сейчас. Пацаны, я тут это, ходить умею. Видите, походу из-за кто ходить умеет, поэтому я пошел. Я пойду, ведь я могу это сделать. Ну нет, что хочу, это венички, например. Давай, да, в следующий раз как-нибудь. А у нас сова есть? Есть, Сталин брал. Идите сюда. Хорошо, давай пока опять уже быстро. Конечно. Давай, короче, сейчас они останутся, ты меня похитишь, если что, потому что она у меня была изначально попытка немножечко. Ты сразу сказать не мог? Нет. Ты же меня торопи. Ну ладно. Брейк бежит. Я вижу. Сейчас он... Казах, помните, да, Казах? Давай. О-о-о, по 3000 я кусаю вот это. Мало. Кусаешь. Вот по 300 кусаю. Спасибо за коммент, что мало кусаю. Достаточно кусаю. Вот, видишь, сколько я кусаю. Ну, конечно, у тебя же был шанс вчера прокачать, лишь пошел. Я ее не только вчера качал. Молодец. Ну, у тебя какого? 200 кусаю. Там карная. Да, он один не... Конечно, что он один. Вот карна этого и оставим, пока вы меня захилите быстрее. Не, этого карна я оставим, там какие-нибудь инвалиды застряли в горе, вот их оставим. Вон виверна летает, я вижу, может она будет. Может он. Да ё-моё.
У тебя 252, у меня 217 всего лишь, не? Это тебе и разница, все? Давайте это там. Вот, какой там, все? Вот, это как бы не все, Толь. Мелочь осталось. Нифига себе, мелочь идет сейчас УГМ лопать. Ну как ты знаешь, Легиги это мелочь. Парасер 480, вот такой. Ничего не знаю. Вон Виверна вообще летает. Ну вот Вива летает, давайте. Вот пока она летает, можно это самое. Трансмиттера где? А у тебя в трансмиттере она? Да. Ну блин, а ты не мог раньше сказать? Так, стоять. Да, давай, там еще мелочь идет. Прикрывайте. Прикрываю ее. Да Толя, убери лапу. Все, забирайте трансмиссию. Летит Вива. Вива летит. Скайп. Хватаю. Отлично. Убирайте трансмиссию. Не все, Вот, вон там стега с страйками застряли. Берите трансмиттер. Пожрал. Забрал. Доставай того быстрее, что. Вова со мной пришел. Я стоплю аутиста тут какого-то. А я урон не получил, но мне тапочку. Ну тут, короче, мы с Трайком с друзьями стали. Так что забейте. Вон еще долго так будет, вы можете хоть вечно стоять. Вот там Сега будет. Почему я смотрю на свою гигу, а вижу твою? Потому что я это все гига. Там еще и Сега идет, шо. Он меня обыграл. А, не, забей. Показалось. Не бей. Кулаком бьет. Не, там еще. Там еще Стега идет. Ну вот пусть он там стоит. Застопили Трайками. Он умный, они учатся. Ударит возьмешь. Слушай, мне интересно его статы. Можешь посмотреть, пока есть. Че, куда отошел? Вова, нет. А он проходит через. Бля, бегу канал. 489. Сегодня не твой день, брат. Так что там с этой черникой? Черинкой. Черинкой. Даже я запомнил, что черинка. Давай еще раз. О, господи. Там трайк бушует, пацаны. Ярость. Вот ярость стегозавра чистит. В дерево влетает. Вот смотри. Монага не может заморозить в так костюме Асала. Сова может, вот теперь так и стой. Сова может. Насколько ты сильно дамажишь, брат? 44, забей. Ты чисто завтрак. Я сейчас чувствую сову дефать будем. Да он завтрак ему забей. Там что-то пригорает, мне кажется. Там кого? Там как бы это. Да, это он терпит Карс. Да это завтрак, мой ума, что он мне сделает? Я таких как он, ну кушаю, ё-мо. Там сколько у ОГМ челиков осталось? Один, наверное. Ну серьезно, да, вы так стоите хилите сову, а вам посмотреть сложно? Так что, я не могу. Я тоже не могу. Все, пойдет тебе сколько? Ну, 30 тысяч. 31, говорю, пойдет. Да. Все, я могу этого бешеного? Стой, я сову не убрал. Стой, пусть он заморозит. Да просто так выглядит. Да он его завтра, что он мне сделает? Смотри, как он бьет лошок. Ешь. Скушал что-то. Ну, это в стойку. Бегом. Они долго не летят. Они летят прямо сейчас. О! А мы. А чем вы не сказали, что лампочку взять? Какую лампочку? А, не-не-не, жнецы, они без брони, видишь, они все мертвые. Бля, куда ты побежал? Куда ты пошел? Никуда.
О, он закопал. Ты чё, Рокус он закопал? Да, он может так же сделать. А еще он умеет тебя толкать, вот именно эту модель. Да, он может толкать. Я так сказал, модель. Вот именно эта версия, это не самая, это тебя толкает. Бля, ты чё это, харкаешься, смотри. А! Мне в УГЛ кинул. Пацаны, подходите. Там сзади тебя стали, видишь, за армию. Еще второй ДФМ? Да, вторая волна. Да нет, третья. Вторая. Да, серьезно. А, это такие долгие. Тут пока все легко. Ну это пока. Ну блин, ты мне можешь не объяснять, я помню вчера, что было. У меня нет амнезии, я, блин, помню, как у меня чисто женец. На, нахрен, я в УГМ голову вылетаю. Головой ударился. Я реально головой в УГМ улетел, я аж его зубами закусил. Даже тут они могут где-то потеряться. И слава богу, что они могут здесь потеряться, потому что у тебя есть время похавать миско. Ну, сейчас буду 4000 дохиливать мясо. Ну, у меня такая же тема, так что не сэ. А там один остался, да? Ну, может, два хз. Давай к УГМу. Контент. Игра сказала, что слишком, слишком уж долго. Дай развернуться. А, да, нет. Осторожно, УГМ, кстати. Давай пройди. Да пофиг. Ой! Ой! Да ты так тихо! Куда ты закапываешься? УГМ не домаш. УГМ не домаш. Акрили откидываются, заразу. Кислотный понос. Нет! Да кислотная. Кислотная жопа, это фигня. Больно, все равно неприятно. Ё-моё. Тебя мы полили носом, ты стоишь в нем. Я еще и трайк ударил, вообще тупо на месте стоит. Это тупо такое, до связи. Ну еще сколько мы просрали? Нет. 10 тысяч. Нормально. Ну, до восьмой точно не тянет. Как место неудобное. Так можно я пройду, сожру этих придурков? Подожди, стой, да подожди. Чё, опять ты заныл? Уже поздно, уже тут Вова пошёл. Не надо никого хилить, рано все. Ты еще не знаешь, а вот сейчас на четвертой волне ты поймешь, что такое подхилиться. Угу. А что сейчас еще? А, ну да. А на восьмой вообще весело, да? Просто такой десант. Нас вчера на восьмой просто Рекс такой один пришел на восьмой. Десантировался и сразу к УГМу побежал его бить. Тупо фьюз. Причем здесь фьюз, вот скажи. Не знаю. В 4. В 4 трансмита, думаю, летим. О, Рекс Альфа. Да. Где? Enraged он. Где? Так где? Да, а, увидел. Да, есть. Еще есть. Ну давай, нападай.
Нападай, нападай. Ну давай, давай, давай. Давай, чувствую, что, когда я смотрю на Рекса справа. Да, ну мне надо вообще. Опустился. О, чё, меня же нет? Я Рекса спокойно. Какого левела Рекса? Не знаю, я не видел. Еще один альфа у меня! Подождите, кусает, алло! Жрите, альфа! Зачем ты его пропустил? О, сожрал. Кого пропустил? Я его стримил. А, нет. А ГМ не бейте. Толя, а ОГМ бьешь жопой. У меня не под это. А ты не бей тогда вообще. Блин, у него 60... У него 69 тысяч уже осталось. Вы, блин, что говорите? Так нет. Я ударил его только вот сейчас. А где еще-то один? Дедрейзер. Да, должен быть. Так, ты же кричал про еще одного или нет? Так я убил. Мы убили здание, и я убил еще одного. Который подбежал. О, все, все, все. Уровень. Илья, ты прикинь, какие нахуй сбросили мне опыт и начали по новой. Летят. Вон там это-то два альфа рекса. А, пинга, понял. Да ты рофлишь, он тупо и говорит. Я что, пустое место здесь? Конечно. Ты смешно. Нифига себе, зеленый рифер, вот это красота. Зеленый? Серьезно. Тихо! Вова, это Толя. Так меня вытолкнули вперед. Я видел, да. Я имею в виду осторожнее. Не бей. Я не бью, когда он. Если что, хрящи, то тебя спасут, потому что лучше не бей. Лучше УГМ не бей. Помогите защититься от Дэнрейнджа. Да нормально все, если на рейндж, он сейчас сам подойдет. Сколько урона? Вот прикинь, сейчас эти челики, ну, кто-то пролетает мелкий. Сейчас посмотрим, как он. Не пропускайте эти уроды. Да, дай подойти. Я их забагал вроде. Тихо. Ну все, зажали, короче. Забей этот яростный рэк. Сколько у них? Там около 100 тысяч. Ах, привет. Пробежал так. Ну, тут, короче, самое тяжелое мы выпустили на этой волне. Чё, а чё сейчас, пятая волна идет? А хп чё сколько там, ну-ка? 62. Просто Толя, бегом. Не трясите камеру, камеру не трясите. Все. Сядь, сядь, я скажу. Я вот недавно гулял, у меня во дворе, короче, дети тупо подрезили, все валяется. Думаю, отлично, карантин вообще. Дебил. Ты придурки зарывает сразу. Я думал, ты про детей. Я тоже сначала подумал, что ты про детей. Эти придурки зарываются. А может быть, он правда про детей? Ну, вполне возможно. Ля, да, какой синий, смотри. Смотри, какой да, синий. Кофе какого цвета, гнобите его. Я гноблю их, но просто не синий. Там Альфа Рекс прошел, ничего. Так, ну, знаем, он хоть завтра. ОГМ горит. Это седьмая шо? Волна? Нет. Да, в смысле? После следующей можем уходить.
Нет, я твой. О, у меня сажусь. Ой. Ну какой же это мерзкое место. Там Альфа Рекс, сами помогите. Не бей! О, мы не выиграли. Я стою слишком далеко. Вот как я, знаешь, карно я не мог ударить, да, а ОВМ мог. Я же стою слишком далеко. Там Сега прошел. А, пинг, я понял. Сейчас мы такие, он проходит, а ОВМ уж... Четко, четко. Ну, правильно. ОВМ, он... Сколько у него? 32 тысячи, ё-моё, у него, пацаны. А, ну 32, это еще до 7 пройдет. Просто после 7 сдаемся и все. Может, еще одну чуть-чуть набрать. Ага, а мне кажется, 8 баганая была. Что-то не верится, что на 8 тупо один такой Текрекс. Ну да. А я что-то не верю. Так давай проверим. Еще раз. Да не, ну зачем? А зачем проверять? Вот смотри, экономист в этой. Ну, с Вадиком играет, короче. Угу. Первый курс. Учит Вадика экономист. Оно активировалось. Я даже после этого, кстати, зайду и попробую на скифе без Т-граммы полетать. Мне интересно, сработает так, это. Восьмая волна. Седьмая? Какая? Восьмая. В смысле? В прямом. Уже восьмая? Ля, Карас, Дрейк. Дрейк. Чё, Дрейк? Ладно, я понял. Я лучше вот здесь стану. Закопался. Я тупо здесь стану. А теперь тупо сюда встану. Я держу Жениса, я уже закопался. Да не вырвался. А ты ж собака. У меня... Ай! Там нет чей-то мне там. Там альфа прорвались. О, отлично. У нас... Вова. Свеж Рибера. Да, Вова. Мы забагали этих здоровых. Мы задержали, это полиция, руки вверх. Охренеть. Рекса, Рекса, укусите, пожалуйста, за жопу. Да, Карас. Да, сжигайте того. Господи, защитите УГМ, а мы и так вон с Альфой не справились. Чак, не получается. Не получается, на этой можем уже уходить. Да, походу. Я не знаю, сколько у него ХП. Трайка, я не могу. Наконец, это. Все, я вышел. Сколько у ГМ? 20 тысяч. Сдаемся. Сдаемся? А мне кажется, можем еще. Тебе кажется, только. Когда кажется, креститься надо. Не сможем, Толь. Мы вчера поняли уже все на 11-й. Оправданные риски. Я могу прямо сейчас завершить его защиту, как я понял. Нет. Погоди, не надо. Дай я доем, собака. Сейчас 9-я волна начнется и тогда. Завершаем, да, ее? Ну, я имею в виду, когда закончим. Да. То есть мы еще одну волну ищем? Нет. Сейчас вот там Сталин защитит эту восьмую волну, и мы вытащим. Все. Не трогай. Ну вы терапыги, а лишь бы я не посмотрел. Еще один остался. Ты чё на моей там пытаешься? Всё. Всё, вот это.
Да, вытаскивай. Алло, жми. Алло, откройся, собака. Алло. Да, держите, там идет этот таймер. Сейчас я его отключу. Есть. Наконец. А там рипер идет. Ничего так. Открывайся, там. Ох ты, где? Не пускай. Да, нормас такая. Блин, подержите. У нас есть время, пока этот. Держим. Ничего так. Альфа пришел нормально. Две альфа. А какого хрена на нас целая волна уже пришла? Ну потому что. Потому что она уже началась. Жесть. Кто дамажит УГМ? Доля. Рекс. Ой, да она же не достает. Да, не Рекса, блин, там не этот, достает. Блин. Да не могу я доставать, бред какой-то. По жипке я не достаю, а по нему достаю. Там этот вот Карна в ОГМ внутрь залез. А, держите его. Он проходит. Все. У него 11 тысяч еще сразу, да? Жай. А вы нажали, да, то, что конец? Да я нажал. Он даже написал OSD Defense Complete. А вещи. Отключаю? Я включаю. Он не жахтает там все. Так отключай. О. Стойте. Дайте хотя бы потом в трансмиттере. Нет, ничего не дадим. Пипец. Ты что делаешь? Ну, скотина. Да хорош, сколько можно криополь эти скидывать? Надоел. Больше криополь. Все что ли? Бигу подбегите. Вов, ну? А не проще тебе трансмит поставить? Пацаны! Он, конечно, дорогой, я ломал. 828. Тут эх, штаны, 731 броня. Скиньте в трансмиттер, дайте посмотреть. Личка 370. Два косаря черного жемчуга. Дайте для видоса, вот тупо для видоса все скиньте. Легендарка Топижары. Нифига себе. Вот это... Ну, криопойте, посмотрите. Пистолет херня. Мазозавра легенда. Блин, как много ее. Барионикс легенда. Там дробовик 274 легендарный. Легендарный блочный лук. Нормально. На 277 урона. Только не чертеж жалко. Блин, о, перчи на броню. Легендарно, неплохо. Сейчас закончится место, Алёша. Ой, ёбаный, серьёзно? Так что там, криоподы? Да, забирайте криоподы. Кто у меня комедик? О, еще один падает. Это где? Бля, ты смотри, сколько полимера дали. Полимер это где-то в нефти. Это либо лего, либо средний. Эй, кто забрал? Я полимер достал. Давай перекидывай. Подожди. А с инвентаря все пропало. Нажми ремесло, Вов. Ремесло. А. Ремесленник. Нифига черного жима. Больше, чем вчера я забрал. Я вчера 600 забрал. Жемчуг на мозазавра очень четко. Сколько ты говорил жемчуга нам? Диадона легендарка. 841. Жемчуга сколько надо? Аж две штуки. Жемчуга на что? На что? На 124 брони. Хватает жемчуга на что? На кабана. На штаны хватает, там металла, да. Блин, на штаны не хватает. Да, это все металл. Они очень есть. Жирные. Да, они все ставят. Так что там за штаны? 731, ё-моё, вот такие там. Это я нашел такие. Охренеть броня, это знаешь? Ботинки, перчатки. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай писать свой чудный комментарий. Всем удачи и всем пока.